Здравствуйте, меня зовут Роман Бевзенко. В рамках следующей лекции мы обсудим с вами последствия расторжения договора. Довольно запутанная норма ГК, которая применяется судами по-разному и понимается судами по-разному. Поговорим о том, что такое прекращение обязательств при расторжении договора, почему стороны иногда обязаны возвратить то, что передано по сделке, иногда не обязаны это делать. Смотрите на видеоконсультанта.